Добрый день. На канале Abdon Group. К вашему вниманию обзор еще одной нашей работы. Это кухня угловая, размеры ее примерно 3 на 3 метра. Высота 2 метра 30 сантиметров. Значит, корпуса кухни сделаны из австрийского ДСП фирмы Егер. Верхние шкафчики из цвета Кашемир. Нижние корпуса из ДСП того же производителя. Цвет называется серый диамант. Фасады представлены двумя материалами. В верхней части это Alvik Supermat в цвете кашемир. И внизу это тоже производитель Alvik. Коллекция называется Jade. Это износостойкий материал, который на этой кухне применен специально так как есть в семье маленькие дети, вот чтобы не беспокоиться за целостность и чистоту кухни, применили материал, который отличается прочностью и немаркостью. Верхние ящики у нас полностью все четыре открываются на подъемниках HF от Blum, и открывать их помогает специальная профильная ручка с резиновой накладкой. Вот она формирует как бы пространство для подхвата фасада. Вот такое. Здесь вы можете видеть отсек для бутылок открытый. Сушку итальянского фирмы Инокса. Подсветка рабочей зоны в угловом профиле фирмы Хефель с сенсорным включением Чуть ниже у нас есть столешница. Это искусственный камень, акриловый. Его тремя плюсами является, во-первых, то, что из него можно отформовать мойку, что очень красиво, стильно смотрится. Второе, то, что практически любую форму столешницы можно сформировать абсолютно без стыков. Вот, можете видеть. Я сейчас включу подсветку. Акрил это то, что позволяет вам избавиться от стыка как такового. Ну и третий плюс такой столешницы в том, что она реставрируемая. То есть если через 5 лет вам захочется освежить ее внешний вид, приезжает мастер, шлифует и столешница будет выглядеть как новая. Здесь у нас ящики на системе Legro Box в цвете «Орион». Это фурнитура для установки бутылоч различных, для которых здесь же есть такой проем. Вот. То есть у нас есть внутренний ящик, а здесь он как бы заканчивается и туда проезжают бутылки. Внутри ящика во всех есть резиновые коврики под цвет самой системы. Ну и профильная ручка L-образной формы для открывания. Ручки как вверху, так и внизу в цвете под нержавеющую сталь. И в этом же цвете у нас есть цоколь высотой 120 мм. Тоже металл. То есть это алюминий под цвет нержавеющей стали. Отдельно хотелось бы акцентировать на том, что все верхние шкафчики нашей компании монтируют на, на итальянские подвесные механизмы фирмы Комар. Вот я специально снял одну из крышечек. Вы можете видеть этот навес из довольно толстой стали и он запрессован в стоевую шкафчика. Производитель дает официально. Нормативы нагрузки по-моему или 100 или 120 кг, но по факту так, такие механизмы пара могут выдерживать спокойно более 200 кг, что позволяет делать ящики большого размера, сверху на них можно укладывать антресоль третьим ярусом, ну а вам как пользователю позволяет не стесняясь загружать это все своим хозяйством. На сегодня все. Благодарю за внимание. До свидания.